Донбассе менее часа назад успешно провели новый раунд обмена пленными. Ополченцы отпустили 9 силовиков, которые в разное время попали к военным ДНР и ЛНР. Им, в свою очередь, вернули 11 человек. Происходило все на территории провозглашенной Луганской республики в районе города Счастье. В этой операции уже традиционно участвовали сотрудники Красного Креста и наблюдатели ОБСЕ. В последнее время выполнение именно этого пункта Минских соглашений пробуксовывает. И новый импульс ему придали 2 дня назад в Минске. В частности, контактная группа договорилась о сегодняшнем раунде обмена.